Хотите удивить своих гостей деликатесом? Приготовьте своими руками черную икру. Первым делом нужно сильно охладить подсолнечное масло. Ставим его в морозильник примерно на час. Тем временем наливаем в кастрюлю 150 мл соевого соуса и высыпаем чайную ложку агар-агара. Ставим на огонь, доводим до кипения, помешивая. И кипятим 30 секунд. Вынимаем из морозилки холодное масло, набираем пипеткой соевый раствор и по каплям отправляем его в стакан с маслом. Капельки сразу же превращаются в маленькие шарики и оседают на дно. Теперь выливаем масло в стакан через ситечко. И вот что у нас получилось. Отборная, блестящая и очень аппетитная черная икра. Можно делать бутерброды. Гости оценят ваши старания.